I believe in the evil in human nature. This is a wicked, wicked world. In a wicked world, wicked people are born. В ноябре 1992 года 39-летняя Сара Токерс и двое ее маленьких детей поздно вечером возвращались из поездки к родственникам в другой город. На пороге дома их встретил злоумышленник с оружием. Он заставил женщину сесть обратно в ее машину, отвез в безлюдное место и убил. Эта история о том, как жадность и жажда власти привели к убийству женщины, главной мечтой которой было создание крепкой и дружной семьи. Сара родилась в Амхерсте, штат Нью-Йорк. Ее отец был врачом, а мать занималась воспитанием семерых дочерей. Пара много работала, чтобы обеспечить своим детям достойную жизнь. Когда Сара и ее сестры выросли и начали создавать свои семьи в разных городах страны, они все оставались в близких отношениях с родителями и друг другом. Сара была привлекательной и общительной, очень увлекалась модой. В школе она была чирлидером, а потому умела сохранять оптимизм и вселять в других энтузиазм и бодрость духа. В юности она работала учителем в начальной школе во Флориде. В 1981 году Сара вышла замуж за мужчину, с которым познакомилась на пляже, и переехала с ним в Атланту. Там у ее мужа был оздоровительный клуб, и она начала преподавать аэробику. Однако вскоре брак распался. Женщина узнала, что муж не был ей верен. Сара переехала в кондоминиум Данвуди со своей сестрой Крисси и устроилась на работу в модный ночной клуб «Периметр» директором по маркетингу. Ей был 31 год. Она переживала из-за неудавшегося брака, но не унывала. Как-то днем девушка смотрела телевизионную пресс-конференцию и заметила на экране знакомое лицо. Фредерик Токерс был младшим прокурором, помогавшим в судебном процессе по делу об убийстве. Когда он произносил речь, девушка вспомнила, откуда знает его. Мужчина был родом из пригорода Буффало, штат Нью-Йорк, где она выросла. Он учился в той же средней школе, а его брат встречался с одной из ее сестер. Фред напомнил Саре о детстве, и девушка, которой было одиноко в незнакомом мегаполисе, поддалась порыву и позвонила ему. Мужчина вспомнил ее и был рад звонку. Он пригласил Сару на свидание, и она с радостью ответила согласием. Тогда она понятия не имела, что это сиюминутное решение превратит ее дальнейшую жизнь в ад. После бурных ухаживаний Фреда пара решила пожениться. Церемония была скромной. «Они были просто типичной радостной парой, которая жаждала пожениться», — вспоминал Джон Лэнгфорд, проведший бракосочетание. Сара очень сильно хотела выйти замуж. Она готова была променять пышную церковную свадьбу на простую гражданскую церемонию, потому что считала, что ей наконец-то удалось реализовать свою мечту – получить хорошего мужчину, который пообещал ей детей и дом в пригороде. Токерс, молодой амбициозный юрист, просто олицетворял мужчину, за которого, как мы думали, когда выросли, нам следует выйти замуж, говорила сестра Сары Крисси. Фред Токерс работал в прокуратуре округа Фултон. Это был высокий и стройный мужчина с чувственным лицом. Он носил очки в черепаховой оправе и зачесывал непослушные светло-каштановые волосы за уши. По словам знакомых, он производил впечатление типичного бухгалтера. Он и был им до того, как получил степень юриста в вечерней школе. Мужчина очень любил заниматься саморекламой. Хотя он не работал с делами, связанными с преступлениями белых воротничков или компьютерным мошенничеством, он провозгласил себя экспертом в этих областях и начал преподавать в вечерних и юридических школах, местных колледжах, а также на семинарах по бухгалтерскому учету и налогам, отмечал работавший с ним адвокат Джон Тернер. Его прозвище в окружной прокуратуре было «Быстрый Фред». Намек, по словам Тернера, на бесконечное самовосхваление, рвение работать над делами, которые его интересовали, и пристрастие Токерса к ночной жизни города. До женитьбы Фред увлекал Сару и ее сестру Крисси рассказами о делах, над которыми он якобы работал.
Часто сам мужчина занимал в этих историях центральное место. Для сестер Амбруско Фред был окном в мрачный и жестокий мир, от которого они с детства были ограждены. Но в безопасности своего кондоминиума девушки были скорее зачарованы этими рассказами, чем напуганы. Преследуя преступников, Токрас, как считали сестры, делал нечто большее, чем просто зарабатывал деньги. Он демонстрировал свои моральные качества. «Это, — вспоминала Крисси, — было частью его привлекательности. Для не скрывающего своего желания стать налоговым юристом с богатой клиентурой Токраса, у которого были и политические амбиции, Сара была активом. Она не только была красива и коммуникабельна, но и имела множество контактов с представителями бизнеса, который его привлекал, владельцами ночных клубов. Однако Фред не понимал натуру девушки, на которой женился. В глубине души Сара была привержена традициям. Она была из большой и дружной католической семьи и хотела иметь такую же. Она увидела в Токрасе человека со схожими ценностями. А в клубной ночной жизни, промоушеном которой занималась по работе, Сара начинала чувствовать себя старой. Ей было уже за 30. «Она хотела иметь детей», — говорила Крисси. «Это было самое главное для нее». Родители девушки отметили, что даже в самом начале их совместной жизни Фред не был внимателен к жене. «Я подумал, что это необычно», — вспоминал отец Сары. «Он почти никогда не ужинал дома. Он всегда работал до позднего вечера. Сару расстраивало то, что его никогда не было дома». Однако в целом девушка выглядела счастливой. Через несколько месяцев после свадьбы она забеременела. Пара приобрела дом в Кингс-Коуз, престижном районе Восточного Коба, недалеко от эксклюзивного загородного клуба «Атланты». Во время беременности Сара продолжала работать, но после рождения ребенка в сентябре 1986 года она захотела бросить работу, чтобы присматривать за малышом и заниматься домом. Когда она затронула эту тему в беседе с мужем, тот возразил. Крисси вспоминала: «Он был очень расстроен тем, что она не хотела работать». Сара, кажется, была ошеломлена реакцией мужа, однако она не могла позволить себе крах второго брака, поэтому вышла на работу. Полдня она проводила в офисе, а остальную часть работы старалась выполнять дома. К тому времени процветающий ранее бизнес в сфере ночных клубов Атланты пришел в упадок. Законы о вождении в нетрезвом виде ужесточились, счастливые часы, два напитка по цене одного, были запрещены. Распространялся спид. Все это уменьшило популярность ночной жизни мегаполиса. Компания, в которой работала Сара, стала терять деньги, сама девушка потеряла работу. Вскоре после этого Токрас покинул прокуратуру, чтобы открыть собственную практику. Он начал заниматься защитой по уголовным делам, арендовав помещение у Мюррея Сильвера, адвоката по уголовным делам и муниципального судьи Атланты. Позже Токрас расширил свою практику, включив в нее дела о налоговых мошенничествах и разводах. По словам Сильвера, мужчина хотел быстро заработать деньги. В тот год, когда Фред открыл свою практику, Конгресс США принял радикальные законы по борьбе с отмыванием денег, предназначенные отслеживать движение крупных сумм, полученных от незаконной продажи наркотиков. «По иронии судьбы», — писал Токрас в Atlanta Business Chronicle в 1990 году, «эти законы об отмывании денег и требованиях к операциям с наличными стали настолько сложными, что наркоторговцам в итоге приходится нанимать адвокатов, которые объяснят им, как обойти эту новую систему. По большей части эти профессиональные услуги ничем не отличаются от тех, которые предоставляют законным клиентам. На самом деле адвокаты часто отмывают деньги, даже не подозревая об этом». Статья Токраса, написанная для журнала, выглядела удивительно похожей на рекламный текст. В принципе, так и было. К 1993 году федеральные следователи привлекли мужчину к делу о незаконном обороте наркотиков, отчасти для того, чтобы выяснить, действительно ли его опыт в отмывании денег был таким безобидным, как он утверждал. Когда Токрас начал защищать преступников, а не преследовать их, тщательно вынашиваемые мечты Сары уже начали рушиться. Новая практика ее мужа, о которой тот мало рассказывал, добавила проблем в их брак. Сара испугалась. Она знала, что среди клиентов Фреда были преступники. Поскольку ему часто платили наличными, женщина подозревала, что некоторые из людей, которых муж защищал, обвинялись в наркоторговле. Она была разочарована. Ее муж больше не был тем, на кого она могла положиться, кто делал мир безопасным. К
К тому времени финансовые проблемы семьи возросли. Дом хоть и располагался в престижном районе, но нуждался в капитальном ремонте. Рождение ребенка, новая юридическая практика Фреда и потеря работы с Сарой ухудшали положение. Токрас взял на себя полный контроль над финансами семьи. По словам Крисси, Фред не позволял жене иметь собственный расчетный счет или кредитную карту. Он начал настаивать на том, чтобы они осуществляли все свои финансовые операции наличными. Мужчина отказывался покупать мебель и делать ремонт. Фред говорил ей, что она не знает цену деньгам. Он считал, что она не может контролировать свои расходы, — говорила Крисси. Адвокат Токерса Джерри Фролих сказал, что Сара получала от мужа пособие, потому что когда он женился на ней, у нее было много долгов. По словам Крисси, Сара пыталась наладить свою жизнь. Она основала маленькую рекламную компанию «Сара Амбруско Продакшнс» и начала заключать небольшие контракты в округе Гвинет. Со стороны могло бы показаться, что деньги, которые муж давал Саре на расходы по дому, не были слишком маленькими. К 1992 году сумма составляла до $400 в неделю. Однако сам процесс получения этих денег со временем превратился в борьбу, в которой женщина всегда была просителем. Сара, по словам ее сестры, была в недоумении. Она была замужем за адвокатом, который убедил ее отца, что его бухгалтерское и юридическое образование в сочетании с семинарами по налогообложению, которые он преподавал, давали Фреду доступ к обеспеченным клиентам. Сара всегда думала, что адвокаты хорошо зарабатывают. Но когда бы она ни спрашивала о финансовом положении семьи, муж отказывался обсуждать не этот вопрос. Крисси говорила о признании Сары в том, что Фред даже запретил ей посещать подвал их дома, где у него стоял сейф и хранилось множество документов под замком. Со временем Сара начала бунтовать. Она без ведома мужа получила кредитные карты на свое имя, которыми пользовалась всякий раз, когда Фред отказывался дать ей денег. Но ежемесячные выплаты по кредиткам только усугубили ее финансовые трудности. И постепенно привлекательная женщина, которая до замужества следила за модой, стала носить поношенную одежду своей сестры. Токрас также начал возражать, когда жена высказывала желание навестить своих родителей. По словам Крисси, если же ее сестра настаивала на поездке, муж часто отказывался дать ей денег на бензин или номер в отеле. Тем не менее, несмотря на свои возражения, он иногда сопровождал супругу во время ее визитов во Флориду. Семья Сары заметила, что он всегда летал, в то время как Сара и ребенок в одиночку совершали 9-часовую поездку туда и обратно на машине. По словам одного адвоката из Атланты, знавшего Сару, через некоторое время после рождения первого сына Рики растущий контроль Токерса перерос в физическое насилие. Это утверждение позже было подтверждено другим юристом, с которым консультировалась Сара, и нанятым ею частным детективом. Хотя прошло более 5 лет, адвокат не забыл того, что ему сказала Сара. Токерсов пригласили на вечеринку, которую он устраивал. Сара позвонила ему в офис и сказала: «Мне так плохо, что мы не можем прийти на твою вечеринку. Мне нехорошо». Когда адвокат выразил сожаление по этому поводу, женщина прошептала в трубку: «Я не могу прийти, потому что у меня синяки на левой руке и боку. Меня избил Фред». Затем она сделала паузу и спросила: «Пожалуйста, ничего не говори по этому поводу. Даже не говори Фреду, что я звонила. Обещайте, что вы не будете упоминать об этом». Защитник Токерса Фролих впоследствии утверждал, что заявление, будто его клиент когда-либо бил свою жену, не соответствует действительности. Он запретил комментировать эту ситуацию Фреду. В 1988 году Сара родила второго сына, Майкла. «Я помню, как она говорила, что не хочет, чтобы Рики был единственным ребенком», — сказала ее сестра. «Она хотела, чтобы они двое были друг у друга, несмотря ни на что». 4 месяца спустя Сара написала 2-страничное завещание в своем желтом блокноте, и 2 свидетеля подписали его. Она нотариально заверила его. В документе женщина отменяла все свои предыдущие завещания и оставляла все свое имущество 2 маленьким сыновьям, а также назначала свою сестру, адвоката из Сан-Франциско Терезу Амбруско, своим душеприказчиком и попечителем мальчиков. В завещании Токрас упоминался лишь 1 раз, и не по имени. «Опекуном моих детей станет моя сестра, если мой муж не переживет меня». К тому времени Токрас оформил 3 полиса страхования жизни жены на общую сумму $1,750,000. Во всех случаях он был основным бенефициаром.
По словам семьи Сары, после рождения второго сына Фред все еще проводил большую часть вечеров вдали от дома. Крисси рассказала, что иногда мужчина звонил и сообщал, что будет работать допоздна, а Сара в этот момент слышала на заднем плане шум, словно бы он звонил из ресторана или бара. В 1988 году Токерс занялся политикой. Не в округе Коп, где он жил, а в Атланте. Мужчина работал казначеем предвыборной кампании судьи Верховного суда штата Лии Сирс Коллинз, когда та участвовала в борьбе за пост судьи Фултона. По совместительству Фред был назначен городским судьей. В следующем году он выступил в качестве свидетеля защиты шерифа Фултона по обвинению в уклонении от уплаты налогов и вымогательстве. В этот момент выяснилось, насколько велика его финансовая вовлеченность в политику. Токерс предоставил пожертвования и займы на общую сумму более $7000 на компании Сирс Коллинза и другие. В отчетах о пожертвованиях на предвыборную кампанию также упоминалось, что Сара, которая постоянно испытывала острую необходимость в средствах, якобы пожертвовала $3500 от своего имени на компании Сирс Коллинза и Барретта, кандидатов шерифа Фултона. Примечательно, что эти кандидаты были демократами, а Сара всегда была консервативной республиканкой. К 1989 году женщина была убеждена, что у ее мужа роман, и она обратилась за советом к адвокату по разводам из Бакхеда, Стивену Лобовицу. «Она очень беспокоилась о своих детях, больше всего на свете», – вспоминал тот. «Она определенно была напугана по ряду причин, и физически, и морально. Я думаю, ей потребовалось некоторое мужество, чтобы прийти ко мне». Фред, предчувствуя, что Сара планирует с ним развестись, нанял адвоката по бракоразводным процессам. Частный детектив Ральф Пердомо, которого Сара просила следить за мужем, говорил. Она уже некоторое время говорила о разводе. Токерс сказал ей, что если она когда-нибудь попытается уйти, он заберет у нее детей. Он напоминал, что у него есть контакты политиков и юристов, которые помогут сделать это. Она была очень напугана им. Готовясь к разводу, Сара не только наняла частного детектива, но и решила сама собрать информацию. Так она нарушила правила дома, зашла в подвал и нашла код от сейфа своего мужа. Жарким августовским днем женщина пригласила детектива к себе. Она извинилась, что кондиционер не работает, и упомянула, что тот сломался больше месяца назад, но муж так и не дал ей денег, чтобы она могла нанять человека для ремонта. Вместе с детективом Сара спустилась в подвал. Пердомо сказал, что она открыла сейф своего мужа. Внутри лежали документы, несколько сумок и флаконы с лекарствами, выписанными по рецепту. Сара хотела, чтобы сыщик взял документы, сделал копии и изучил их. Пердомо отказался. По его словам, это было бы нарушением закона. Если женщина обеспокоена, ей следует скопировать документы самой и передать их тому, кому она доверяет. Что касается таблеток, то ее семейный врач может проконсультировать, для чего они. Он не смог ей помочь. Пердомо рассказал, что Сара попросила его передать в полицию его собственное расследование в отношении ее мужа, если с ней что-то случится. В то время сыщик решил, что она слишком драматизирует. Она оказалась еще одной обманутой и обиженной домохозяйкой. Он сказал, что они с Сарой поссорились из-за того, что именно следует делать с содержимым сейфа. Позднее выяснилось, что женщина наткнулась в подвале на доказательство того, что ее муж отмывал деньги. Окружной прокурор округа Коп Том Чаран позже говорил, «Если бы у Токерсов начался развод, то дележка доходов могла бы негативно повлиять на партнеров Фреда». Чего ни Сара, ни Пердома не знали, когда открывали сейф, так это того, что Токерс уже привлек внимание полиции Атланты. Он занимался деньгами так называемых «черных предпринимателей», парней, которые быстро получали большие деньги, сказал майор Вернон Уорти, глава специального следственного подразделения полицейского управления Атланты, которое контролировало деятельность ночных клубов Атланты. Он показал им, как войти в бизнес. Мы думаем, что он намерен был их обучать. По словам Уорти, Токерс был хорошо известен, если речь шла о том, чтобы кто-то распоряжался вашими деньгами за вас. Он участвовал во многих сделках. Одна из таких сделок касалась ночного клуба «Пэррот», расположенного в центре города. 6 марта 1990 года Токерс стал партнером Parrot Acquisition Corporation, которая владела и управляла клубом. В первоначальном соглашении между акционерами и руководством компании Токерс указан не только как главный юрист-консульт, но и как член совета директоров и секретарь корпорации. Его партнерами были Джеймс Мейсон и Билли Картер, которые также являлись его клиентами.
Картер был бывшим специальным агентом Бюро расследований Джорджии, уволенным после того, как признал себя виновным в избиении в Саванне в 1988 году. Мейсон был владельцем местного ночного клуба. Среди его друзей были спортивные деятели, судьи и политики города. К 1991 году Токерс отказался от своих корпоративных постов в Parrot Acquisition Corporation. Его заменил Джулиус Клайн, торговец наркотиками, который, согласно данным федерального расследования, использовал Мейсона и Картера, чтобы купить ночной клуб Parrot. Он также был клиентом Токерса. В то время как муж заключал сомнительные сделки и представлял интересы наркоторговцев, Сара все еще не решалась оставить мужа. Однако женщину терзали страхи. Она боялась, что люди, с которыми работает Токерс, могут представлять для ее семьи опасность. Сара призналась соседке и сестре, что убедила мужа установить домашнюю сигнализацию, потому что по ночам часто оставалась дома одна с детьми. Она жаловалась, что муж никак не починит сломанный замок на раздвижной стеклянной двери, но была слишком беспомощна, чтобы самой позаботиться об этом. Она решила, что просто будет делать то, что в ее силах. Станет жить для своих детей и постарается сделать их детство счастливым. Женщина записала мальчиков в католическую начальную школу, где несколько раз в неделю работала сама волонтером в качестве помощника учителя. Сара, которая раньше работала учительницей начальных классов, всегда любила детей и черпала силы в общении с ними. Также она периодически ездила к родственникам во Флориду. Постепенно Сара начала говорить о полноценном возвращении на работу. Муж предложил ей работать на него, но она колебалась. Женщина хотела иметь дополнительные деньги и независимость, а работа на мужа не могла гарантировать ей этого. Незадолго до Дня Благодарения 1992 года в дом Токерсов незаметно вошли двое мужчин. Было раннее утро, и Сара с мальчиками спала. Мужа дома не было. Кёртис Альфонсо Роутер, 22-летний наркоман по прозвищу «Кукурузный хлеб», был одним из незваных посетителей. На его счету было несколько мелких преступлений, в том числе угон автомобиля. Вторым мужчиной был Эдди Лоуренс, деловой партнер Токерса. Роутер позднее признавался полиции округа Коп, что Лоуренс знал, Сара и ее сыновья будут спать вместе в детской комнате. Также он был в курсе, что раздвижная стеклянная дверь будет не заперта. Мужчины вошли в дом через эту дверь. В то утро перед рассветом Лоуренс был уверен, что охранная сигнализация отключена, по словам Роутера. Но как только мужчины вошли, собака Токерсов по кличке Джейк начала лаять. Роутер помнил, что в доме зажегся свет, и злоумышленникам пришлось скрыться в ночи. За два дня до Дня Благодарения того же года Сара и двое детей уехали в дом родителей женщины во Флориде. По пути в Брейдентон она остановилась в аэропорту Тампы, чтобы встретить мужа, прилетевшего из Атланты. В субботу, вскоре после 1:30 ночи, позвонила охранная компания, осуществлявшая наблюдение за домом Токерсов. В доме сработала пожарная сигнализация, но пожара не произошло. Через 6 часов компания позвонила снова. Прозвучал второй сигнал тревоги. Сара ответила на звонок, вспоминал ее отец. «Я не знаю, сказал ли ей Фред, или она сама решила, что им следует отключить сигнализацию». Через несколько дней Токерс настаивал на том, что отключить сигнализацию попросила Сара, а не он. По словам Фреда, охранная компания записала разговор на пленку. Позже тем же утром Токерс уехал в Атланту, а Сара с детьми остались. В Атланте накануне отъезда Сара купила рождественскую елку и пообещала, что они скоро вернутся, чтобы успеть украсить ее. К 11 часам утра Токерс уже находился в округе Коп и позвонил Лоуренсу, клиенту и партнеру. Лоуренс в своих показаниях отметил, что его партнер сообщил ему, что в доме сломан водонагреватель, и спросил, не сможет ли он прийти и починить его. Мужчина отказался. В воскресенье около 12:45 Сара с сыновьями уехали домой. Джон Амбруско, отец женщины, говорил: «Обычно дочь и мальчики не хотели уезжать, они всегда расстраивались. Но в тот раз они пели «Я буду дома на Рождество». Через 15 минут после отъезда дочери Джону позвонил ее муж. Он спросил, во сколько они приедут домой. Мужчина ответил, что около 9:30 вечера. Через час Токерс перезвонил и сказал, что поручил кому-то починить в доме водонагреватель, а потом они с тестем поболтали о повседневных делах. Токерс упомянул, что уезжает из города. Он действительно уехал в Монтгомери, штат Алабама, где у него была назначена встреча с заключенным федеральной тюрьмы. Сара пообещала отцу перед отъездом, что сразу же позвонит, когда они доедут, но звонка так и не было. «Ждали, ждали и ждали, пока они нам позвонят», — сказал Джон.
Наконец мы сами решили ей позвонить, но линия была занята. Мы подождали еще, перезвонили, и линия все еще была занята. Позже в телефонной компании сообщили, что трубка телефона была снята. Сара же вернулась домой около 22 часов. Майк, младший ребенок, спал на заднем сиденье. Женщина со старшим сыном и собакой вышли из машины. Возможно, она все еще искала ключи в сумочке или уже успела открыть дверь, когда внезапно увидела нервного чернокожего мужчину в темных очках, который теребил в руках обрез. Это был Кёртис Роуэр. Собака начала лаять, и Роуэр пнул ее. Мужчина заставил Сару и Рики вернуться в машину. Он забрался на заднее сиденье и сел рядом со спящим ребенком. Роуэр приставил к голове женщины пистолет и приказал ей ехать. Позже он сказал в полиции, что она умоляла не причинять вреда ей и ее детям. Роуэр поначалу считал, что Сара – это бывшая жена Лоуренса, потому что тот предложил парню $5000 за ее убийство и пояснил, что она мешала получить много денег. Однако затем Роуэр говорил, что Лоуренс все же сообщил ему, что женщина была женой его адвоката. Когда преступник сел в машину и приказал Саре ехать, он четко не знал, что ему делать. По его словам, ему не заплатили за убийство, и он не смог найти Лоуренса, который оставил его в доме Токарсов одного. К моменту, когда Сара приехала, парень был убежден, что сообщник бросил его. Роуэр приказал женщине отвезти его в жилой комплекс в Атланте. Сара, которая никогда не бывала в этой части города, не знала, как туда добраться. Примерно в полумиле от дома Токарсов похититель приказал Саре свернуть на темную улицу, которая заканчивалась тупиком. Вместо этого женщина съехала на обочину. К этому времени ее младший сын проснулся и, по заявлению Роуэра, начал дергать его за рукав. Роуэр помнил о предупреждении Лоуренса: «Не трогай детей, ничего не делай с детьми». Сара в отчаянии предложила преступнику свою сумочку, а затем умоляла его уйти. «Вы можете взять машину, только не причиняйте вреда мне и моим детям», — сказала она. Но Роуэр уже заметил машину Лоуренса, припаркованную в соседнем переулке. По его словам, уже через несколько минут сообщник был рядом с машиной. «Она вела себя так, будто узнала Эдди», — сказал Роуэр. «Она оглянулась, увидела его и была будто шокирована. Я не знаю, узнала ли она его, но выглядела она так, словно была в шоке». Роуэр выстрелил женщине в затылок. Она упала на руль, и машина со все еще работающим двигателем перекатилась через дорогу и остановилась в поле. Преступники убежали. Залитый кровью матери шестилетний Рики протянул руку и повернул ключ. Двигатель остановился. Мальчик вытащил из машины своего 4-летнего брата. Они оба плакали. Рики держал Майка за руку, пока они бежали к ближайшему дому через поле за помощью. Рики хотел, чтобы кто-нибудь позвонил его дедушке. Дед был врачом, и он мог бы вылечить маму, как думал ребенок. Тем же вечером полицейские пришли в номер отеля Токарса в Монтгомери. Токарс, по словам его адвоката, был убит этой новостью. Офицеры во Флориде прибыли в дом Амбруско вскоре после полуночи, чтобы уведомить родных женщины о ее гибели. Отец Сары вспоминал, что когда разговаривал с мужем дочери, у Фреда была истерика. Менее чем через 3 недели после убийства Сары полиция арестовала Лоуренса. Токарс одолжил ему $70000. Предприятие, которым они совместно владели, испытывало финансовые трудности. Лоуренсу было предъявлено уголовное обвинение за выписку фальшивых чеков. Информаторы сообщили полиции, что перед убийством Сары Лоуренс искал киллера. В официальном заявлении полиции Лоуренс отрицал свое участие в убийстве. Через неделю после ареста Лоуренса в полицию округа коп обратился мужчина, представившийся парнем сестры Роуэра. Его девушка работала на Эдди Лоуренса, и тот предложил ему $5000 за убийство. Парень отказался, и тогда Эдди предложил эту работу брату его девушки, Кёртису Роуэру. Тот согласился. За 2 дня до Рождества полиция обыскала дом двоюродного брата Роуэра на юго-западе Атланты и нашла Кёртиса под кроватью, где он безуспешно пытался спрятаться. 12 часов спустя парень признался в убийстве Сары. На следующий день после ареста Роуэра Токарс пытался покончить с собой. Он был во Флориде и оставил своих детей с семьей жены, а сам поехал в отель. Там он заперся в номере, повесил на двери табличку «Не беспокоить», проглотил несколько таблеток обезболивающего и запил их алкоголем. Когда его нашли, мужчина был без сознания. Мужчина оставил предсмертную записку, которая была использована на суде в качестве улики.
24.12.92. Дорогие Рик, Майк, Норма, Энди, друзья и семья. Я сожалею о той боли и печали, которые мой образ жизни причинил вам. Я никогда не хотел, чтобы Сара или кто-то другой умер или пострадал. Я слабый человек и не могу больше терпеть боль и горе. Поэтому я хочу положить этому конец. Вчера меня спросили, как ты мог работать с кем-то, что мог это сделать. И у меня не было ответа. Я любил Сару и никогда не причинял ей вреда, а теперь умер за нее. Пресса заставила меня почувствовать себя подозреваемым. Я не должен был быть им. Это все ослабило меня до такой степени, что я больше не могу терпеть. Я хочу умереть. Мне очень грустно. По словам адвоката Токерса, Фред был в отчаянии. Он потерял жену. Его преследовали репортеры. Роуэр, наркоман с психическими проблемами, в многочисленных телерепортажах обвинял Токерса в подстрекательстве к убийству своей жены. По мнению адвоката, это не было правдой, но это было тем, что хотела услышать полиция. Фролих говорил, никто не мог представить, под каким давлением он находился. 31 декабря Токерс вернулся в Атланту, где на пресс-конференции попросил СМИ оставить его в покое. Сдерживая слезы, он заявил, «Я категорически отрицаю какую-либо причастность к убийству моей жены. Я впал в депрессию и начал думать об образе жизни, который теряю. Не только мою жену, но и весь мой образ жизни». И через несколько дней он приступил к уничтожению следов своей жизни в Атланте. Мужчина закрыл юридическую практику и начал ликвидацию своих активов. Он выставил дом на продажу. Часть вещей упаковал, а остальное выбросил в арендованный мусорный контейнер. Фред переехал в Уэст-Палм-Бис со своей матерью, оставив сыновей на попечение бабушки и дедушки Амбруско. Он навещал их дважды в месяц. Эдди Лоуренс пошел на сделку о признании вины. Через 7 месяцев после ареста он рассказал федеральным властям и властям штата все, что знал о бизнесе по отмыванию денег, который организовал Фред. Он также рассказал им о своей причастности к убийству Сары, планирование которого началось за несколько месяцев. Фред пришел к Эдди и оказывал на него давление, напоминая о долге в 70 тысяч долларов. Он говорил, что если мужчина не поможет, он разрушит его жизнь. Эдди поначалу отказывался участвовать в заговоре с целью убийства Сары. Он посоветовал Токерсу просто дать женщине развод, но Фред сказал, что не хочет делиться с ней деньгами. Их заработал он, а не жена. Также Эдди утверждал, что Токерс предложил ему 25 тысяч долларов наличными и дополнительно 910 тысяч долларов в виде различных полисов страхования жизни Сары. Всего Сара была застрахована на общую сумму 1 750 тысяч долларов. Фред не хотел, чтобы при убийстве жены пострадали дети, но ему нужно было, чтобы это произошло на их глазах. По словам Эдди, мужчина говорил, что они молоды и справятся с этим. Лоуренс признал себя виновным по федеральным обвинениям в подделке денег, а также пособничестве и подстрекательстве к убийству. Он был приговорен к 12,5 годам тюремного заключения и был принят в федеральную программу защиты свидетелей. Во время заключения Эдди женился, а в 2008 году его супруга опубликовала книгу, основанную на его истории. Наркоман Кёртис Роуэр, застреливший Сару, никогда не выйдет из тюрьмы. В настоящее время он отбывает наказание в Джексоне, штат Джорджия. Получив нужные показания от Лоуренса, власти могли арестовать Фреда. Однако они беспокоились о том, как сделать это не в присутствии детей. У полиции не было уверенности, что мужчина отреагирует адекватно. Детективы решили выманить Токерса из квартиры, притворившись репортерами. Мужчина увидел их и вызвал полицию, чтобы те заставили журналистов убраться от его дома. Местные полицейские прибыли на вызов, и когда Фред вышел встретить их, его арестовали. Фреду, который был адвокатом с политическими амбициями и со связями в самых высоких кругах, предъявили обвинение в федеральном рэкете. Он получил пожизненное заключение без возможности условно-досрочного освобождения в 1994 году. В 1995 году сын Фреда, Рики, дал показания против человека, который застрелил его маму. Мальчика просили вспомнить моменты, предшествующие преступлению. Он плакал, описывая мольбы своей матери. Рики сообщил, что плохой человек внезапно выстрелил в его маму и выпрыгнул из движущегося автомобиля. Мальчик сказал, что незадолго до выстрела его мать почувствовала опасность и попыталась защитить его, прижав его к полу машины. Младший брат Рики в это время все еще спал на заднем сидении.
После того, как уже никем не управляемый автомобиль съехал в кювет и резко остановился, мальчик разбудил своего брата, они выпрыгнули из машины и побежали через поле к домам, чтобы позвать на помощь. На суде по обвинению Токраса в убийстве его жены выступала младшая сестра Сары, Джонни. Она сказала, что Сара неоднократно просила мужа: «Пожалуйста, Фред, пожалуйста, давай придумаем, как развестись». Но тот всегда отвергал ее просьбы и говорил, что никогда не позволит ей забрать детей. Прокурор вызвал в качестве свидетеля проститутку из Атланты, Патрисию Уильямс, которая рассказала суду, что произошло во время их единственной встречи с Токерсом. «Он спросил меня, употребляю ли я наркотики и знаю ли каких-нибудь наркоторговцев, которые бы убили для него его жену. Он сказал, что это потому, что она собиралась с ним развестись и слишком много знала». Кёртис Роутер не давал показаний на этом процессе, но его роль в деле описала его девушка, Лэшера Брайант. В ночь смерти Сары Роуэр признался ей: «Детка, я застрелил белую женщину». Главным свидетелем обвинения выступил Эдди Лоуренс. Он в деловой манере изложил план убийства Сары Токерс и отметил, что каждая деталь была разработана мужем женщины. Всего состоялось несколько встреч, на которых продумывался план, и последняя из них была за несколько часов до стрельбы. На перекрестном допросе главный адвокат Токерса Бобби Ли Кук пытался посеять в присяжных сомнения из-за того, что Лоуренс дал показания только ради сделки с прокурорами, которая позволила мужчине избежать смертной казни на электрическом стуле, а также обратил внимание, что после отбытия заключения Лоуренсу будет присвоено новое имя в соответствии с федеральной программой защиты свидетелей. В заключении своей речи Кук закричал: «Вы обманщик, не так ли? Вы лжец! Вы так много лгали, что даже уже не знаете, когда говорите правду, а когда нет!» Лоуренс признал, что он часто лгал деловым партнерам, и вызывающе добавил: «Но я знаю, когда говорю правду». 12 марта 1997 года Фред Токерс был признан виновным по обвинению штата в убийстве своей жены и приговорен к еще одному пожизненному заключению. Не имея возможности выйти по УДО, он стал тюремным информатором в надежде смягчить приговор. Прокуроры утверждают, что бывший член коллегии адвокатов штата Джорджия помог раскрыть 6 убийств. Тюремный психиатр писал о Фредди Токерсе: «Что касается структуры его личности, кажется очевидным, что его нарциссической натуре было нанесено много ударов. У него есть долгая история манипулирования и принуждения людей. Он вообще не говорил о своих преступлениях и, кажется, не испытывал раскаяния. Нарцисс – человек с особым типом психики, при котором он воспринимает себя как уникальную личность и считает себя лучше других. В какой-то степени подобные черты могут присутствовать у многих людей, но у здоровой личности они находят выход в виде амбиций и стремления нравиться окружающим. У нарциссов же это перерастает в патологию. Человек такого типа склонен к истерикам, не терпит ни малейшей критики в свой адрес, любые замечания воспринимает как личную обиду». Распознать нарцисса можно по нескольким признакам. Он преувеличивает свои таланты, умения, достижения, часто ждет, что окружающие будут им восхищаться, даже если не сделал ничего значимого. Постоянно мечтает об успехе в карьере и личной жизни. Каждому партнеру может рассказывать, что он – любовь всей его жизни. Начало отношений с нарциссом зачастую – волшебный период, когда он внимателен и чуток, но этот период быстро заканчивается. Уверен, что ему все должны, использует других для достижения своих целей. Завистлив и высокомерен, с трудом испытывает эмпатию. Несмотря на сотрудничество с властями, Токерсу так и не удалось добиться смягчения приговора. Он умер в федеральной тюрьме Пенсильвании в мае 2020 года. Сообщалось, что в течение нескольких дней перед смертью он страдал от лихорадки. Адвокат Токерса Джерри Фролих сказал, что 67-летний мужчина имел множество проблем со здоровьем, включая рассеянный склероз, и не мог ходить самостоятельно в течение последних 10 лет своей жизни. После его смерти сестра Сары Джонни Амбруско сказала: «Он должен был умереть на электрическом стуле 28 лет назад. Боли и страдания, которые он причинил этим маленьким мальчикам и нашей семье, были и остаются неизмеримыми». «Он должен был получить сокращение срока», — сказал Фролих порталу Oxygen.com. «Он был заинтересован в сотрудничестве с федеральным правительством. Он помог раскрыть 6 убийств. Он дал показания, и в результате 2 человека получили смертную казнь.
Один получил пожизненное заключение за 6 убийств. И, откровенно говоря, было несправедливо, что он не добился смягчения своего приговора. Бывший помощник прокурора США Бадди Паркер, который вел федеральное дело против Токерса, также высказался после смерти осужденного. В своем заключительном слове я назвал Токерса злом, и он и был им. Я не думаю, что можно считать иначе, когда на глазах детей убивают их мать. Я не знаю, изменился ли он когда-нибудь. Паркер добавил, у него была двойная жизнь. У него был публичный образ законопослушного, известного юриста, любящего свою семью. А еще у Фреда Токерса была темная сторона. Он разработал схему адского преступления. Он стал причиной убийства женщины в присутствии 2 ее сыновей. Он сделал это, потому что думал, что жена собирается обнажить эту его темную изнанку. Все усилия Фреда добиться того, чтобы его брат был объявлен законным опекуном его сыновей, оказались тщетными. В конце концов, одна из сестер Сары получила опеку, и мальчики выросли успешными людьми. Рик и Майк сохраняли близкие отношения, хотя никогда не обсуждали случай, так сильно повлиявший на их жизнь. Рик работает врачом скорой помощи в Нью-Йорке. Майк был журналистом и начинающим музыкантом и жил во Флориде до 2020 года, пока не умер в возрасте 31 года от легочной эмболии. Известно, что он страдал от депрессии. В 2012 году Майк написал статью от первого лица о том, через что прошла его семья, но в начале 2020 года попросил издание удалить ее с сайта. Дорогие гости и подписчики канала, как вы думаете, почему Токерс не хотел давать своей жене развод? Было ли дело только в деньгах? Справедливо ли, что Эдди Лоуренс, человек, который нанял киллера, получил небольшой срок за это преступление? Делитесь с нами в комментариях.